Госдепартамент США открыл ежегодный прием заявок на грин-карты. Это значит, что любой может попытать счастье и осуществить американскую мечту, что дает грин-карта ее обладателю. Как правильно подать заявку и не нарваться на мошенников? Сколько ждать результат? Ответы на эти вопросы в нашей новой инструкции. Если кратко, грин-карт – это вид на жительство. У ее обладателя есть практически все права гражданина Соединенных Штатов Америки. Можно жить, работать, вести бизнес, учиться, путешествовать по США, заводить семью и покупать недвижимость. Нельзя разве что голосовать на президентских выборах. Выдается грин-карта на 10 лет, по истечении которых ее можно обновить. Прием заявок стартует 2 октября в 22 часа по времени города Нур-Султан. Продолжится акция до 10 вечера 5 ноября, также по столичному времени. Получается, на прием заявок будет дано чуть больше месяца. Есть два условия, одно из которых вы уже выполнили – родились в стране участницы лотереи, то есть в Казахстане. Второе условие – претендент должен иметь законченное среднее образование или 2 года трудового стажа в течение последних 5 лет по специальности, которая требует 2-летнего профессионального обучения. Анкету необходимо заполнить на сайте, который вы сейчас видите на экране. Для удобства мы также прикрепим его к описанию. Запомните, что только на этом сайте следует оставлять свои данные. Не заполняйте анкеты на сторонних ресурсах и тем более не перечисляйте никому деньги. Участие в лотерее бесплатное. Для заполнения анкеты не требуется хороших знаний английского. Фотография, которую вы прикрепите, должна быть сделана в течение последних 6 месяцев перед этим. После заполнения анкеты придет подтверждение с кодом. Запишите этот код и не потеряйте. Только благодаря ему в мае 2020 года вы сможете проверить статус своего кода. Делается это на том же сайте, где заполнялась анкета. Как увеличить шансы на выигрыш грин-карты, что делать, когда гринка у тебя на руках и тяжело ли жить в США, об этом в нашей следующей инструкции. Подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и вы ее точно не пропустите.